Так, ну пришел в кафешечку, здесь на Черной речке. Ну так, небольшое кафе, но комплексный обед. Щи, что-то там, котлеты из индейки. Ну, 350 рублей, все удовольствие. Нормально, сейчас покушаем. Здравствуйте, друзья. Я сегодня с утра был в Ушково, кушка неплохо половил, смотрите предыдущее видео. Сейчас пообедал и приехал в Смолячково. Ну, время еще есть. Хочу корешки попробовать половить. Так, люди есть, ну и хорошо. Сейчас хоть сразу будет видно, где что и кто что ловит. Надеюсь, они к обеду уже определились. Ну и мы, стало быть, где-нибудь рядышком сядем. Так, ну подошел к берегу. Заход, конечно, здесь вот такой. Метель поднимется и заметет всю эту фигню, то можно нырнуть. Ладно, пойдем. Так, ну сижу, ловлю, дождь пошел, правда. Поймал. Ну, передо мной вот я сел на лунке, здесь сидел парень. И он уходил еще. Сел. Глубина 9 метров. Ну, откуда тоже был снаряд. Ушел уже 50-70 штук. Поклевывает. 5 удочек поставил. Сижу, поигрываю. Борик еще попался. Ну такой. Ну, в смысле, не на топорик, а у меня крючок выше привязан. Покажу сразу.